И снова рад приветствовать всех любителей компьютерных игр. Мы проходим Darksiders 2. Нам нужно разыскать три камня душ, чтобы вызвать чемпиона на арену. Вот это, собственно, арену, где мы с ним будем драться. Один камень душ мы уже нашли. Это заняло всю прошлую серию, и я уже не питаю надежды вызвать его на поединок в этой. Поэтому ищем второй камушек. Тут понаставили черепа здесь. Мне это вообще не нравится. Так, здесь закрыто. Надо как-то открыть. Интересно, этот лазер может уничтожить порчу. Ни хрена. Так, здесь открыли. Подожди, а мы туда не ходили еще? Всем по очереди, подождите. Давай здесь откроем сначала. Оп, гробик проскакали. Блин, сколько здесь всяких ходов. Так, стоп, спейца. И теперь не уверен, что мы в этой серии мы успеем найти камень душ. Ага, здесь как бы нам не пройти, да? Ну, интересно. Смерть, блин, прыгает по стенам, бегает. А здесь главное не пройти. Ну, ладно. Не будем предъявлять претензии за это к игре. Тут у нас опять порча. И это, да, вход в тот зал, где сундук лежит. Так, вращать. Нужно ли нам это вращать? У него нет фонаря, насколько я понял, да? У него нет фонаря. Так что со вращением пока погодим. Нам нужно найти где-нибудь фонарь. Ничего не понимаю. Нифига себе, там сколько шипов. Так, так, так. Ну, допустим, пока займемся вот этим. Так, зелье здоровья. Я не могу. Ну ладно. Одеяние волшебника. Защита 53, сопротивляемость 93, находимое золото плюс 19. Блин, оно круче, чем мой вороний доспех. Твою мать. Это невозможно. Я не могу. Ну ладно, не можешь, так не можешь. Заставлять не буду. Так, хорошо. В принципе, можно вернуться назад. Так, давайте сейчас возьмем бомбу. Вернемся назад. Сюда. Там у нас была порча. Посмотрим, что у нас здесь.
здесь бомба. Здесь у нас, значит, что у нас тут? Бонус. И мы попали сюда же, да? Так, ну здесь, если... А, мы не сюда же попали. Нам надо, получается, бомбу перекинуть через этот обрыв, что ли, и самим пробраться через обрыв, взять бомбу и уничтожить эту порчу. Там у нас страничка, по-моему. Так, ладно, давайте думать. Давайте думать. Хотя думать-то особо и не получается сейчас. Ну, берем мы, значит, бомбу. Кидаем ее вон туда. Куда-нибудь. Да блин, что ты съезжаешь? Эй, не туда! Блин, надо еще так перекинуть, чтобы... Ну, вроде вот так можно. Теперь забираем ее отсюда. Где там наша порча мешалась? Окей. Ох, туда падать нельзя, кажется. Ну и чё нам, зачем нам это надо было? Там ни прохода, ничего нету. Я так думаю, смерть не перепрыгнет, а если и перепрыгнет, то назад как возвращаться? Ой, мать твою, как я так оказался здесь? А, люди, пустите, пустите меня, люди! Ай, зараза. Что за гадство? Так, ну ладно, получается, нам туда не надо. Блин, вот он настоящий лабиринт. Здесь мы можем просто убиться. Куда я не допрыгну. Ну, давай повернем тебя в противоположную сторону. Ой, подожди, подожди, подожди. Там вроде мост поднимался, нет? Да. Шикарно. Задумано. Так, книга страниц мертвых. Уже 11-я. Книга страниц мертвых, говорю. Страница книги мертвых. Так, а если нам тебя направить вот сюда? Ничего не будет. Не, вроде никакого эффекта не происходит. Блин, сумасшедшие вообще головоломки. Обожаю. И вроде не тупые, да, они... Такие есть, над чем голову поломать-то. Да, понятно, это мы теперь на той стороне. Там у нас подсказочки какие-то. Лабиринт. Накидка проводника, защита 72, затраты ярости минус 5%. Не знаю, как-то я хочу в
в вороньем доспехе побегать, подраться. Но мне попадаются крутые вещи. Свиток Судьи Душ. Следуйте в этом направлении, чтобы выбраться из лабиринта Судьи Душ. Восток, юг, север. То есть уже два направления, что ли, нам дали? Так, вот он фонарь. Фонарь. Хорошо, забираем. Так, подожди, полежи-ка, отдохни. Все, всем понравилось. Забираем наш фонарь. Там я видел, да, по дороге у одного парня не было фонаря. Все-таки ему надо его принести. А, ну как это сделать? Еще предстоит подумать. Так, здесь все мы ограбили, что могли. Вот там этот парень находится. С той стороны. А, нет, у него есть фонарь. Значит, не этот был парень. Так, пока полежи, отдохни. Значит, идем назад. Ой, зачем я сюда направил? Не, ну не сюда, мы с фонарем тупо здесь не перепрыгнем просто. А, я понял, надо поставить фонарь на эту шнягу. Да, можно, в принципе, сейчас прям поставить. Вот так. И дальше что? Ну я же не перепрыгну эту... Так. Интересно. На кой хрен? Так, понадежнее тебя поставим в центр. Стой. Так, здесь нам этого не надо. Оттуда мы вроде пришли. Пришли. Ладно, фонарь пока постой там. Я пойду разведаю. Вот здесь с фонарем мы, поэтому я думаю, что сюда мы не должны с фонарем идти. Потому что с фонарем мы тупо здесь не пройдем. Но зато мы здесь можем повернуть. Только нам это даст. А он может, интересно, кинуть фонарь? Так, здесь ограждение, да. Блин, вот кто напридумывал, а такие катакомбы. Ходишь туда-сюда, бродишь. Тут что, выход? Да, здесь выход на арену. А здесь у нас... Отсюда мы пропрыгали. Так. Ладно, не в ту сторону. Не в ту сторону, извиняюсь. У нас здесь было. А, вот здесь у нас парень без фонаря был. Да, вот он, парень без фонаря. Блин, я уже забыл, да, представляете, об этом парне.
была открытая до этого. Или? Нет, закрывается. Так, ну значит фонарь как-то надо сюда перекинуть, что ли, через эту пропасть. Берем его. Нет, не кидает он его. Да, интересно. Может быть, бомба нам поможет в этом? Я тут видел бомбы. Там вроде бы. Блин, ну если бомба, конечно, поможет, то разработчики замутили очень жестко. Очень жестко задумали все это дело. Куда-то туда ее запульнем. Так, забираем. То это будет очень жесткая загадка. Так, ну, скажем, вот так вот. Ни хрена. Ни хрена подобного. А, надо же рукой просто забрать с той стороны. Чё я такой тупой? Я всегда забываю вот эти функции, которыми обладает смерть. Наши есть рука. Слишком много функций. Это не я виноват. Это игра виновата. Скажем, тот же самый Skyrim, там, моя родная, там столько всяких возможностей, что ты порой забываешь о них, даже о самых элементарных. На тебе, парень, фонарь. Тут по нему стучал. Так, поднялся тот самый мост. Бомба нам для чего? Пока не знаем. Для чего-то здесь можно использовать ее. Ну, так я вроде пока и не вижу. Наверное, как-то. Просто так здесь ничего не бывает. То есть, наверное, как-то попозже можно будет ее использовать. Пусть пока валяется. С бомбой просто я не могу зайти в следующий зал. Ой-ой-ой-ой-ой! Да твою мать! А, хотя нет, не твою мать. Реликвия Этугота. Хорошо. То есть мне же по-любому, да, пришлось бы спускаться. Ничего я не потерял из этого. Ну понятно. Только сейчас что ли очухались. Вот сюда уже спускаться нам не надо, я думаю. Тут все разломано. Самое лучшее оружие. Ничего не пропустишь. Да, не то я хотел.
Да вот этот гроб разбей мне, а, пожалуйста. Это невозможно. Я не могу. Все памятники вам разломаем. Вы, конечно, извините, что я оскверняю ваши могилы, но... Было раньше. Это невозможно. Не пропадать же добру, правильно? Я не могу. Сейчас все разломаем до конца. Чтобы было чистенько, аккуратненько. До захоронения такие. Вот. Накликали мы беду. А, нет. Какой-то сюрприз нам дали. За то, что мы здесь все расчистили. Так, что это? Обмотки проводника? Ты смотри, какие неплохие. Давайте любезно воспользуемся этим сундучком. Сейчас. Еще одну секундочку. Смерть слишком жадна, чтобы упустить все. Что там? Что это? Палец молнии, уровень 15. Вот, вот этого я и хотел. Вот это вот мне и нужно было. То есть мы за то, что мы все разрушили, да, в этой комнате нам, получается, дали сундук. Кто бы знал, кто бы знал. Так, палец молнии, урон 366, 422. Здесь было, ну, солидно, солидно. Урон молнии еще дают. Делаем. Ну, по внешнему виду такая же, да, что и была. Круто. Теперь будем бить всех молнией. Так, вот и второй камушек. Опять эти твари мелкие. Да, и не только они. Лучники. Блин, еще больше налезла. Ох, какая тварь здоровая там. А, мне показалось просто. Что ты тут залез, а? Yeah.
Да нифига себе, сколько здесь, а? Помогайте, ребята. Мочите его. Молодцы. Взрывные упыри, конечно, это круто. Обмотки. Защита 40. Блин, круто. Это просто кости, да, валяются? Что за звуки? Так, мрачные когти Инферно. Просто забираем. Ничего не говорим. Обвязка шипов. Ладно, пусть будет. Ну и, собственно, все. Что за звук? Кто-то никак не упокоится. Собственно, второй камень в наших руках. А, это ты, что ли, нарушаешь мой покой? Так, камень душ. Второй. Ну и, конечно же, не все не просто так. А, нет, никто не нападает в этот раз. Даже как-то странно. Замолчи. Не надо так кричать на меня. А, там еще один есть. Это невозможно. Я не могу. Действительно, все жизни полные. Так, как-то мне не очень нравится эта небольшая арена. Зверский сын Серпы Инферно. Просто забираем. Время сейчас подчивать. Тут у нас что? Секира. Слабоватенькая. Блин, эти двери с таким грохотом закрываются, что я думаю, там кто-то к нам в гости приходит. Ничего нет, а нет, вот денежка выпала. Блин, сколько здесь. Рубить не перерубить. Просто для вандалов. Рай для вандалов. Блин, что, не можешь? Можешь же, когда захочешь. Когда я захочу, вернее. А, зачем тут здесь? Дайте мне какой-нибудь бонус, я сейчас все эти гробы разбиваю. Дайте тоже какой-нибудь ящичек. Да не цепляйся ты, ну. Но...
Блин, достал-то цепляться. Не, нифига, бонус никакого не дают. Ого. Это невозможно. Я не могу. Зато ты умеешь жонглировать. Невозможно. Я не могу. По-моему. Это невозможно. И здесь еще одна смотри. Я не могу. Так, ну все, нам наверх. Ну да. Направо можно сюда как-то залезть. А, вот еще где гробики от меня спрятали. И там еще есть. А почему я туда не могу залезть? А, зараза. Блин, ну явно туда можно залезть, а? Тушнягу хотя бы, чтобы взять. Ну да. Первый раз меня перепрыгнул. Эй, не упади, смотри. Это невозможно. Ладно, заправились по полной. Давай наверх. Думается, это выход. Подожди, какой сундук? Какой такой сундук? Вы о чем? Доспехи убийцы, защита 100, офигеть! Блин, я скоро распрощаюсь, по-моему, с этим вороньим доспехом, как он потерял актуальность к 15 уровню. Тут гораздо больше, гораздо круче есть шматье. Так, где у нас алтарь? Вот он. Два камня на месте, остался последний. Так, никто на нас нападать не будет. Куда нам? Сюда? Ну а за последним камнем мы пойдем в следующей серии. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующую серию. И оставляйте комментарии. И, конечно же, ставьте лайки. Потому что серия, по-моему, была прикольная. Всем счастливо, всем спасибо, всем пока.